Когда на константиновских карьерах появятся туалеты для отдыхающих и нормальные условия для семейного отдыха? С таким вопросом жители Твери обратились в общественную приемную Владимира Васильева, советника президента России. Федеральный политик приехал в Тверь, чтобы на месте изучить ситуацию и обсудить с общественниками и представителями бизнес-сообщества, как сделать любимое место отдыха тверитян более комфортным. Подробности в нашем сюжете. В прошедшие выходные на константиновских карьерах снова был аншлаг. Летом любимое место отдыха тверичан напоминает курорты Черноморского побережья. Только вот пляжная инфраструктура оставляет желать лучшего. А вот чего бы хотелось вообще? Какие пожелания? Развлечения, чтобы были для детей, чтобы можно было взять какой-нибудь инвентарь. Ну, приехать с семьей где-нибудь, может быть, даже перекусить, отдохнуть. Ну да, конечно, хотелось бы, чтобы это место было бы более пригодная для отдыха в любой день, скажем так. Если будут преобразовать, будет здорово. Карьерам не хватает вот таких кафе вокруг всех карьеров, чтобы было везде чисто. Советник президента России Владимир Васильев проблемы константиновских карьеров знает не понаслышке. В мае он вместе с неравнодушными тверичанами уже был здесь. Участвовал в субботнике, сам чистил берег от веток и мусора. На этот раз задача более серьезная. Нужно создавать современную инфраструктуру. Люди хотят цивилизованно отдыхать не только на заграничных курортах. Если мы работаем системно, то нужно создавать рабочие места, потому что нам их не хватает. Это первое. Второе, рабочие места – это заработные платы и решение проблем, потому что вот всем люди должны заниматься. Мы посмотрели вот здесь, убирать мусор некому. Энтузиазм – вещь хорошая, нужна система. Вот сейчас организовали водоподачу, да, технической воды, чего не было. Первый туалет сделали всем миром. В этот день на константиновских карьерах проходили соревнования по гребле на лодках «Дракон», которые состоялись здесь впервые. Участие приняли 28 команд из регионов России и стран СНГ. Так что в итоге турнир получил международный статус. Это рекорд по численности. Сегодня здесь собрались и участвуют в соревнованиях. Приехал Казахстан, команда. То есть турнир принял даже международный статус. По мнению Владимира Васильева, константиновским карьерам нужна не только современная инфраструктура, но и бережное отношение отдыхающих к природе. Об этом говорят и местные жители, и те, кто активно участвует в благоустройстве карьеров. Мы будем помогать, но очень многое от нас самих зависит. Вот сейчас пройдут выходные, сколько мусора порой, деревьев, которые рубят, чтобы сжечь костры. Конечно, это недопустимо. Затем прямо на берегу политик провел встречу с представителями бизнес-сообщества и неравнодушными гражданами. Активисты и общественники во главе с советником президента Владимиром Васильевым уверены, что константиновские карьеры станут центром активности и семейного отдыха на свежем воздухе. И тверичане знают, если за дело взялся сам Владимир Васильев, результат будет.